Пальто Азалия, абсолютно шикарнейшее пальто. 3490 сегодня шикарнейшая цена. И очень низкая. Вы сегодня экономите 4500. Номер лота 31-335, он вам понадобится для заказа. И здесь у нас есть две фактуры, можно так сказать. Это не рисунок, вернее, даже рисунок, это не цвет. Угу. Итак, вензеля. И размер у нас 48 до 58. Это вензеля до 58 у нас размеры. А вот другой мы посмотрим чуть позже. Но сейчас хотелось бы рассмотреть это пальто. Давай рассмотрим в первую очередь крой и дизайн, потому что и в том, и в другом оттенке, в том, и в другом рисунке крой идентичный. И начинается вот весь интерес уже в зоне воротничка. Потому что вот это вот наложение, вот этот эффект многослойности очень игриво смотрится и очень, кстати, дорого. А мы с вами знаем, что крой изделия всегда закладывается в стоимость. И чем сложнее крой, тем выше цена. Поэтому особенно радостно сложный крой сегодня видеть по такой удачной цене. Мне нравятся вот эти вот вставочки, которые добавляют лоск, которые добавляют шарма нашему образу. Мне нравится скрытый ряд пуговиц. Только лишь одна пуговичка сверху у нас здесь видна, и при этом она очень достойная, она очень симпатичная и лаконичная. А вот дальше пуговичный ряд у нас полностью скрыт под двойной планкой, которая, кстати, не только красиво скрывает пуговицы, но еще дарит вам двойное тепло, потому что такую планочку мы однозначно никакой злой ветер не продует. Кармашки у нас имеются, но в данном случае мы кармашки, как на новом изделии, естественно, они зашиты, поэтому, когда вы получите пальто, вот здесь нужно будет прорезать, но кармашек, да, у меня вот тут закрыт, поэтому вы можете быть уверены, здесь, да, правильно, покажи сразу, здесь запасная пуговица, здесь у нас с вами материал, на котором мы можем проводить тест, так скажем, да, вот так подходит серьезно производитель. Памятка для шерстяных изделий, посмотрите, вот еще что есть. Это здорово, очень хорошо, потому что у нас в составе здесь шерсть, а значит, вы однозначно не замерзнете, но о шерсти мы поговорим чуть позже. Шерстяное пальто за 3490 рублей, это просто фантастика, на нашем телеканале просто действительно показывают фантастику, но она реальность. Итак, давайте еще раз по размерам и на расцветкам. Вот то, что вы сейчас видите, называется вензеля, прекрасное фактурное пальто, размеры до 58-го. А если мы посмотрим на подиум, то мы увидим там геометрию и размеры до 68-го. Посмотрите, наша роскошная красавица, до 68-го пальто из шерсти. Да это просто подарок. И, кстати, опять же, мы говорим о том, что нет в два раза больше увеличения цены, ни в коем потому случае. Что есть 68-й размер. Это очень цена здорово. Одна и та же, неважно, какой у вас размер. Да, и возвращаемся к шерсти, потому что затронули эту тему, и многие сейчас, наверное, подумали, ах, шерстяное пальто, оно же даст усадку, как только я попаду под дождь. Ни в коем случае. Шерсть здесь и соотношение с полиамидом очень правильное. Шерсть, во-первых, бывает колючая, мы с вами знаем, мы способны вызывать аллергию, однако мы это все предусмотрели. И правильное соотношение с полиамидом дает нам абсолютно гипоаллергенность изделия, правильную терморегуляцию, высокую износостойкость, плюс ко всему у нас не появляются катышки на таком пальто, у нас не появляются протертости какие-то, моль его не поест, поэтому вот этот вот товарный вид, первозданное состояние в вашем пальто останется навеки, а шерсть вас прекрасно согреет и ни в коем случае не будет давать усадки. Вот что значит наша знающая модница, да, 58-62 уже попали в ограничение, это значит, как только мы показали это пальто, прям тут же начинают их разбирать. Кстати, осталось сколько пальто? Это 60 на две расцветки, на все размеры 60, то есть в каждом размере, представляете, сколько, да? Очень мало, торопитесь, 3490 рублей за шерстяное пальто, это, конечно, подарок. Давай подберем размеры. Ой, давай, с удовольствием. Давай, помогу тебе. Ну, давай, давай. У нас держишь, да? Держу. У нас представлен на вешалке 48 размер, и мы сейчас с вами будем замерять полуобхват. Прям хорошо, мне кажется. Да, 53 сантиметра составляет полуобхват, а это значит, под такое пальто мы запросто надеваем что-то объемное. Может быть, это свитер какой-то, может быть, это трикотажное вязаное платье, может быть, я не знаю, вы захотели там жилет с блузой надеть, вам будет удобно, даже несмотря на то, что вы пальто сверху надели. Замеряем сразу уже длину нашего изделия. Давайте, чтобы быть точнее, от плечика замерим. Итак, длина нашего изделия составляет 97 сантиметров. Все-таки мы говорим о пальто, поэтому нам необходимо закрыть все органы. Да. Конечно, смотри, мы поясницу закрываем, мы бока закрываем, мы живот закрываем. Практически чуть выше колена суставы у нас пальто. Все закрыто, мы однозначно не замерзнем. Напоминаю, в составе шерсть, то есть такое пальто производители рекомендуют у нас на осень и на весну. Но я хочу сказать, что такое пальто подойдет вам даже на раннюю зиму, на мягкую я зиму. Тоже так думаю, может быть, конечно. Вы живете в южных регионах, может быть, зима будет мягкой, кто его знает. Поэтому такое пальто как минимум 3 сезона мы носим, инвестируем.
инвестируем денежки правильно в шикарное пальто. Шикарное пальто по цене не 8 и не 15 тысяч рублей. Мы говорим о шерстяном пальто. Стоит 3490 рублей. И, конечно, не может не радовать. И сейчас мы это доказали вам, что здесь правильные лекала на ваши роскошные фигуры, потому что это российский производитель. Именно он знает наши зимы, нашу погоду и, конечно, наших прекрасных фактуристых женщин. И посмотрите, как на Анечке сейчас сидит это пальто. Просто идеально, как будто шито по ней на заказ. 3490 рублей. А давайте посмотрим, сколько стоит в интернете такое пальто. Ну, подобное любое пальто. Вот, 10 600 рублей. Посмотрите, пальто, которое, ну, я не знаю, в чем лучше оно, да, вот у нас шерстяное пальто, а здесь пока что непонятно. Это 3490 рублей, поэтому, конечно, успевайте взять прямо сейчас. Ну и что вы поняли по картинке? Внутрь вам никто не заглянул и ничего внутри не показал. Давайте заглянем внутрь нашего. Никто не сделал. Конечно, давайте заглянем внутрь нашего пальто и увидим, что у нас здесь прекрасный подклад. Во-первых, скользящая нежная ткань, абсолютно гигроскопичная, дышащая. Во-вторых, мне нравится вот с какой деликатностью пришита она вот по центральной части, потому что ручки у нас шевелятся, мы спокойно беремся за поручень, мы можем брать сумку, нам все удобно. А снизу у нас предусмотрено, посмотрите, вообще вот такая вот деталь, то есть у нас подклад живет, можно сказать, своей жизнью, он не будет, подкладка у нас не будет куда-то вылезать, где-то откуда-то некрасиво торчать, неопрятный образ создавать. Наоборот, все настолько продумано, что даже приходя в гости или куда-то в театр, сдавая в гардероб вот это пальто, все просто рты открыв будут смотреть на вас, какая вы стильная, какая будет вы красивая, как дорого выглядит ваше пальто. Идем в театр, сдаем в гардероб, вот по сравнению с другими, может быть, шубами, будет абсолютно не стыдно. Наоборот, будет достойно. И, кстати, в этой расцветке 56-й уже закончился. Мы с тобой еще не сделали два размера, это рукав и полуподбрюки. А сейчас обязательно мы его сделаем. Я бы хотела сейчас, пока мы крупно рассматриваем, увидеть, что это не просто шерстяное пальто, что вот у наших и у вензелей, и у геометрии, Вырезан, есть такая фактура, да? Во-первых, прям углубленный рисунок, а во-вторых, вот чувствуется здесь шерсть. Я думаю, женщины, которые, возможно, занимались вязанием, которые так или иначе сталкивались с натуральной шерстью, вот как раз здесь это увидят. Она это мягкая. Чувствуется. Это чувствуется прям вот прикосновением каждых каждой клеточки. Мягкий драп. Да, давай замерим как раз-таки мы сейчас с тобой. Да, обязательно. Замерим с тобой полуобхват бедер. Ну, прям, мне кажется, силуэт, да, немножко? Ну, здесь свободный, расклешенный чуть-чуть к низу, где-то примерно 61 сантиметр составляет у нас полуобхват бедер в 48-м размере. То есть, вы знаете, даже если у вас нижний тип фигуры, вы обладаете 48-м размером, даже если у вас размер сдвоенный, например, низ у вас 50-й, вы все равно берите 48-й, потому что, ну, точно на вас сядет. Это уж гадалки не ходи, что называется. И рукав обязательно замерим. Рукав я буду замерять прямо вот от горлышка, потому что рукав здесь, так скажем, цельнокройный. Смотрите. Да, так. Цельнокройный, то замеряем отсюда. Вот, да, смотрите, что у нас получается. Если будете сопоставлять с собой, замеряйте от шеи. 76 сантиметров. Красота прям неземная, плохо, потому что все-таки мерзнуть не хочется. Плохо, когда рукав у нас слишком короткий, да, там что-то надо придумывать либо с перчатками, либо с чем, чтобы не задувало. Вот здесь рукав что надо, идеально для вас. 48, 50, 54, 56, 58. Этих размеров меньше всего. 62-й закончился совсем. Я напоминаю, то, что вы видите, геометрия, рисунок называется, до 68-го есть, а то, что называется вензель, до 58-го размер. Ну и, конечно, это пальто просто уникальное. Шерстяное пальто, которых осталось всего 40, и стоит оно 3490 рублей. Невероятное предложение, которое сейчас просто не стоит отказываться. Не стоит отказываться быть стильным, быть модным. И, конечно, это определенный статус, это определенный стиль. Давай еще раз скажем, как подбирать размер и как за ним ухаживать. Размер выбираем мы в размер. Ухода особого наше пальто требовать не будет. И я хотела бы обратить внимание, что это российский отечественный бренд. Поэтому лекала, вот сейчас мы видим хорошо на Анне, вот эту прострочку по спинке, правильная вертикаль. Мы видим, как плечико садится куда нужно. Мы видим, что выточки у нас присутствуют по передней части нашего пальто. И визуально в нем вы кажетесь стройнее, вы кажетесь изящнее, вы кажетесь легче. Ну, вспомните, как часто вы надеваете верхнюю одежду осенью и зимой, и говорите, боже мой, как уже воздуха не хватает, как тяжело, как неудобно, как дискомфорт. Вот в этом пальто легко, комфортно, с улыбкой бежите просто с работы в магазин, из магазина забирать ребенка из школы, вести какой-то кружок. И потом отправляйтесь в театр. Это пальто на все случаи жизни. Да, я его надела, на самом деле оно легкое. Я уверена, оно теплое. Вы знаете свойства шерсти, вы знаете, кстати, как оно полезно даже для здоровья. Я бы с удовольствием затянула кнопочку, если там не было микрофона. Но вы сейчас видите, вот 48 размер. Берите размер в размер, потому что больше брать не надо. И уже, вот кармашка здесь, да, зашит, и уже у
вас будет определенная свобода. Длина тоже очень хорошая, мне действительно закрывает и коленочки в том числе. Ну и пальто, которое сделает вас абсолютно герцогиней, да? Пальто очень здорово смотрится. А, кстати, есть какие-то возрастные ограничения это пальто? Кстати, нет, осталось всего 30. Вот, и поспешите, потому что звонят-то нам все барышни, потому что возрастных ограничений нет никаких. Юные дамы, пожалуйста, женщины старшего поколения, элегантного возраста, вам, несомненно, тоже подойдет. Плюс ко всему, мне нравится и такое пальто за счет цветов, и за счет правильного расположения принта, вот нанесения этого рисунка, и за счет длины, потому что такое пальто мы носим и на платье, и с брюками, и с джинсами, и с брюками еще какими-нибудь, да, с деловыми костюмами, совершенно с любыми изделиями, которые вы привыкли носить, вот к чему у вас душа больше лежит, независимо от того, какое у вас сегодня настроение, вы надеваете это пальто, и оно всегда вписывается в ваш гардероб и создает образ просто на миллион. Я с тобой полностью согласна, здесь действительно чувствуется российский производитель, чувствуется вот это качество, чувствуется, что я надела, и да, мне немножко великовато, это не мой размер, но все равно, вот прям, знаете, прям плечи сидят хорошо, все сидит великолепно, и я себя чувствую очень комфортно. Кстати, у нас в моей расцветке, если я не ошибаюсь, только один размер, 58-й. Больше в расцветке вензелей нет. Поэтому, если у вас 58-й, вам повезло. А может быть, вам больше нравится геометрия. Но давайте обратим внимание на геометрию в том числе. Посмотрите, это такой принт. А, может быть, даже похож на принт рептилии. Как ты думаешь? Есть, есть такое. Ты знаешь, угадывается за счет того, что геометрия у нас располагается все-таки вертикально ориентирована. Это всегда хорошо играет с нашим ростом. Плюс ко всему, вот как будто чешуйки, действительно. Мы сейчас здесь угадываем, есть что-то такое змеиное, есть здесь такое немножко анималистичное что-то. А этот принт сейчас, кстати, очень популярен. Мне нравится контрастная отделка, которая присутствует и на воротничке, и на манжете, и на кармашках. И все это выглядит безупречно. Итак, конечно же, если остался 58 размер, как вы думаете, что случилось с нашим принтом вензеля? Вензеля закончились. Этих пальто осталось крайне мало. Геометрия остается сколько? 25 пальто остается вот у нас в геометрии. Поэтому, если вам нравится, такой нет, поэтому мы сейчас заберем его, а вот все остальное у нас пока что есть. Кстати, 68-го вообще нет. 62-го и 56-го то же самое. Мы берем размер в размер. Стоит оно 3490 рублей. И это шерсть, натуральная шерсть, очень легкая и очень теплая. Поэтому берите прямо сейчас такой замечательный принт. Ну и, конечно, давай прокомментируем. Вот у нас Аня в 54-м размере. Она выбирает размер в размер, притом я хочу отметить, что Аня у нас прям статная красотка. Она прям такая заметная, и в зоне груди села все безупречно, ничего не тянет, и в зоне талии тоже никаких заломов. Пальто садится размер в размер, потому что создавали его российские дизайнеры, а значит лекала, а значит конструкторы одежды трудились, и с учетом всех анатомических особенностей именно российских женщин. Мы с вами знаем, что во всех регионах по-разному наступает зима, по-разному ощущается холод, поэтому такое пальто я буду рекомендовать не только на осень и на весну, но и на мягкую зиму или на раннюю зиму. Я всегда хожу вот, знаешь, до последнего, что называется, в осенних вещах, пока прям совсем холода не ударит, и чувствую себя при этом комфортно. Пальто легкое, пальто невесомое, в уходе не требуется, но и выглядит всегда достойно с любыми ансамблями, любым гардеробом, который вы предпочитаете носить в своей жизни. А шарфик как красиво смотрится. И здесь действительно такой нейтральный цвет, что нам не нужно будет подбирать какой-то шарф. Мы можем свои все изделия, которые у вас есть, все шарфы, здесь сюда же тоже хорошо будет смотреться. 3490 рублей вместо 8000. Осталось 20 на все размеры. Обратите внимание, с 48 до 66 уже. 68 закончился. Ну и, конечно, невероятно не только принт, не только раскраска. Мне нравится, что это светлое пальто. Давайте отходить от черных тонов. Так еще и сидит как здорово. Посмотрите, и кармашки какие у нас не вертикальные, а по диагонали. И это значит, что вот эта вот даже серая отделочка как будто из такого драпа. Наверное, так оно и есть, так да? Так и есть. Смотрится и есть. Очень дорого. Согласна. Тем более, что я сама недавно ходила по магазинам и видела, сколько стоит подобного рода пальто. 12-17 тысяч рублей, а у нас прям находка. Итак, 56, 60, 62, 66 уже тоже закончился, и 68. Вот эти все размеры, которые я назвала, их больше нет. Сейчас просто звоните и обязательно спрашивайте, какой размер остался, потому что каждую секунду у нас что-то меняется. Вензеля закончились на наших с вами глазах, так же, как и все эти размеры. Прям во всех размерах. Поэтому, конечно, по
пальто уникальное. 3490 рублей. И знаете, наверняка у вас есть какие-то плащи свои, какие-то куртки свои, может быть, шубы и дубленки. Но если нет пальто, я считаю, что это неполноценный образ женщины. Неполноценный образ той самой аристократки, который должен быть. Ну, давайте себе, Наташа, это развивать. Конечно, давайте развивать. Но я хочу добавить, что не только для красоты мы это пальто приобретаем, не только для своего успешного образа. Нужно понимать, что в наших реалиях российских пальто это предмет первой необходимости. И вы, когда приобретете это пальто из шерсти с добавлением полиамида, вы защищаете себя от холода, вы выглядите стильно. Шерсть не колкая. Шерсть в данном случае не будет вызывать никакой аллергии, потому что полиамид ее усмиряет. Она не будет давать усадки, потому что полиамид этого просто не допустит. Катышки не появляются, моль не ест. Это самое практичное и самое красивое приобретение этой осени. Да, и, конечно, вы приобретаете, так как это российский производитель, и паспорт изделия, и пометку, что как ухаживать за шерстью, ну и, соответственно, и отдельные материалы, пуговицы, в общем, все как должно быть, как положено, если мы приобретаем дорогую вещь. Внимание, осталось 15 таких пальто. И вы наверняка знаете, что купить пальто вообще очень тяжело. Сейчас у нас 64 тоже уже выбыл. Итак, у нас размеры остались с 48 по 58. Но 56 тоже уже нет. А обратите внимание, что осталась последняя минута презентации. Стоит 3490 рублей. И наверняка, знаешь, вот по регионам ездят такие специальные выставки, где продают вот эти пальто. Да, да, да. Сколько стоит? Наверняка вы тоже заходили. Если уж не покупали, то заходили точно. Сколько стоит пальто в таких выставках? Ну, где-то 15 тысяч. Никак не меньше, а качество порой, ну, порой, знаешь ли, бывает и печально. Лучше бы хотелось. Да, ну, да, очень печально. Здесь мы получаем безупречный крой, безупречную посадку, безупречное соотношение материалов. Российский отечественный бренд. Длина пальто, которая закрывает все нюансы фигуры, во-первых, а во-вторых, закрывает бедра, бока, животик, чтобы вы не замерзли. Будем носить это пальто все три сезона, осень, весну обязательно, и мягкую зиму, начало зимы тоже в этом пальто встречаем. И ведь пальто-то не обтягивает, пальто правильно сидит. И даже если у вас фигура яблочко, как Анютки, посмотрите, вот пальто выглядит идеально.